Еще бы не бояться мне полетов, когда начальник мой ЕБ Изотов всегда в больное колет, как игла. Эх, говорит салага, у них и то в Чикаго 3 дня назад авария была. Хотя бы сплюнул, все же люди братья, и мы с ним вдвоем и не под кумачом. Но знает черт, что я для предприятия, ну хоть куда, хоть как и хоть на чем. Я не в страхе, я на веселе, чтоб по трапу пройти не моргнув. Тренируюсь уже на земле, туго на туго пояс тяну. Но, слава богу, я не вылетаю, в аэропорте время коротаю. Еще с одним таким же побратим мы пьем 7-ю за день за то, что все мы сядем и, может быть, туда, куда летим. Мы в ресторан, там не дают на вынос, там радио молчит, там благодать. Бежит швейцар и крикнет: «Кто на Вильнюс?» Спокойно продолжайте выпивать. Мне лететь острый нож и петля, ни привстать, ни поесть, ни курнуть. И еще безопасности для должен я сам себя пристегнуть. Я к автомату въем ума палата, стою и улыбаюсь глуповато. Такое мне поведал автомат: невероятно, в Ейске уже по-европейски свобода слова, если это мат. Мой умный друг к полудню стал ломаться, уже наряд милиции ведут. Он гнул винты у Ила-18 и требовал немедля парашют. Я приятеля стал вразумлять: «Паша, Пашенька, Паша, пашут, если нам по чуть-чуть добавлять, так на кой тебе шут, парашют?» Друг рассказал: «Такие врать не станут, сидел он раз, ремнями не затянут. Вдруг взрыв, а он и к этому готов». И тут нашел лазейку, расправил телогрейку и приземлился в клумбу от цветов. «Мой вылет объявили, что ли? Я бы чуть подремал, чуть-чуть не подымай. Но слышу: пассажир за ноябрь, ваш вылет переносится на май. Считайте меня полным идиотом, но я б и там летал Аэрофлотом. У них худбай в небо, хошь не хошь, а тут сиди и грейся. Всегда задержка рейса, хоть день, а все же лишний проживешь. Хоть день, а все же лишний проживешь.